Здравствуйте, меня зовут Грызлов Сергей. Сегодня мы хотим поговорить о гитаре, которая была выпущена украинским гитарным производителем Woodstock. Woodstock — это молодая развивающаяся компания, которая набирает обороты и уже довольно-таки популярна. В данном случае мы поговорим об этом замечательном Тинлайн-теле. То есть, что он из себя представляет. Телекастер, пустотелый телекастер, сделанный из ясеня, кленовый гриф, палисандровая накладка. Имеет на борту два звукоснимателя, сингл в бриджевой позиции, хамбакер в нековой. Четыре потенциометра, независимая ручка громкости и тона для каждого из звукоснимателей. И трехпозиционный переключатель. Ну что же, давайте послушаем, как она звучит. Ну что же, мы протестили этот замечательный теле. Что лично могу о нем сказать? Очень удобный гриф, хороший саунд. Хамбакер в нековой позиции придает теплоту звучания. За счет пустот появляется ощущение hollow body. В бриджевой позиции все остается тот же классический теле. Очень приятный, хороший инструмент.